друзья, я рад вас всех приветствовать в лесу, в этой чудесной выходной поездке на 2 дня по старому любимому маршруту на горную речку с ночевкой на базе. В общем, у нас очень жарко, лес сухой, не знаю, что будет сегодня, наверное, будем просто по кайфу ехать. Вот, мы сегодня тестируем наконец-таки белого альбиноса бегемота. Это поменяли, Костян поменял, то есть красную Ниву на патруля. Едем просто отдыхать. Короче, что по патрулю? Патруль мосты 38,5, триподоры разряженные, М57, 3 литра дизель с BMW, кто знает, так вот все сделано. Вот, лифт 4 дюйма, они же 10 сантиметров. Ты хромоногая, а что ты в кадре? Помаши тогда привет всей красивой рукой своей. Вот, это человек-бластер с прицелом на руке. Так что, вот такой красивый автомобиль. Новые диски, новые колеса. Костян уже сам поставил. Сзади блокировка принудительная, спереди свободный мост, демпфер рулевой тяги. В общем, вот такой вот. Итак, второй автомобиль у нас Чироки. V8, прямые мосты Дана, 35-е колеса Симаки, преднатяги в обоих мостах американские. Вот, интересная подвеска, тоже демпфер стоит. Такой отбойник у него в пружине. Вот, вот такая вся переваренная, переделанная, едет тоже неплохо. Вот, ну еще машину немножко настроить нужно по подвеске, в целом хорошо. На автомате. Лебедка сзади, спереди. В общем, стартуем. Что ты там собрался снимать? Сухой лес? Ну, вода появилась. Это не вода, это лужица. Так, короче, поворот не туда. Что делаем, Костян? А он что делает? Это не деревья, это кустарники. А что, поехали, да? Нет? Что, назад? Если есть вода в лесу, то она сейчас вот такая вот стоячая, цветущая и вкусно пахнущая. Ах, V8, как звучит. Здесь V8 американский, это не UZ. UZ и американский V8, они по-разному работают. Хорошо. А теперь разворачивайся. А там дерево. Не проедете. Разворачивайся. Не, сядь, стой. Крутанись. Вот здесь развернись.
году 33-й не выезжали. 35-й выехали. Не выехали. Чуть вперед. И назад. Нормально. Ненормально. Аж оторвалось колесо. А, на камушке подпрыгнул. Сюда. Должен был быть патрол в этом видео главной звездой. Но главной звездой в этом видео Чирок. Очень хорошие хода. Здесь очень интересная подвеска. А я вспомню, как она называется. Когда малые тяги от моста. Связаны с длинными. И, скорее всего, через время залетит сюда тоже триподоры 38,5. Потому что 35-е симахи, ну, откровенно маловаты. Ну все, все, проехал. Тут Нива на 33-х не выезжала. Вот и все. Тут тоже жестко. Но тут спортивная Нива не проезжала. Зачем он туда поехал, он не послушал. Скорее всего, это лебедка. Не, садится на мосты. 35-е колеса. Ни назад, ни вперед. Помнишь? Ну, может быть, пробьет. Самая легкая колея вот была правая. Передок. Так, у нас у Чирка минус привод. Сейчас будем по ходу менять. Что такое? Немножко грязненько? Подходящее, да, слово? Костян, что, как лес? Дай. А? Лучше, да? Чем гонки в поле. Да, мы ж, помнишь, рубились здесь. И с Толиком мы здесь бились тоже в этой луже. Ба, у него прикольно, да, вывешивает? Ну вот. Хода вообще офигенная. Очень, блин, я опять матерюсь в кадре. Ну, Костян запикает. Ну, вот у нас заднеприводный пассажир. Да? Без передка дальше ему вообще тяжко будет. Да. Хоть Нива на 31-х, хоть Чироки на 35-х. И вроде как на усиленном всем. Все равно ломается. Сток? Он говорил, пары усиленные. Привода сток. Привода сток. Ну и... Как на Ниве привода. У него сзади мост, а спереди как Нивовская. В смысле Нивовская? Ты о чем? Это мост, Костик, это мост. Ну у него вон, как на Ниве, блин, привод торчит. Привод Нивовский. А, ну понятно, рычажки нет. У него углов нет, у него ровный привод через крестовину. А, через шрус даже, не через крестовину. Ну и опыт нужен во всем, как говорится. А вообще, собственно, герой этого видео все-таки должен был быть патрул, да? Костян, что скажешь про патрул? А что тут говорить, братан? Кайф. О, кушать, конечно. О, я не вовремя. Короче, ситуация, что оборвало... Так, сверху. Короче, это в шрусе, в шрусу оборвало полуось саму. Вот эта ситуация. Ну, получается, что да. А что нам пару мест все разолебедиться? А, и кардан передний. Я охерел, насколько он маленький. Поставь ладошку. Просто какой он маленький. Билкарт, насколько у Нивы большой. И какой маленький на Чироке. В лесу, как всегда, весело. Парни, кота. Нормально, нормально. Все, закрылось. Кость, закрой ее.
по сухому. Видите? Бля, вот эта тема мне нравится. Звездочки разные. Ну, КТМ хорош, конечно, всегда. Итак, мы поднимаемся на бревна. Говорю Костину ехать сюда, так как машина широкая. Все без проблем. Назад! Сюда! Руль лево! Еще назад! Стой! Вот сюда, левым колесом, вот сюда, через камни, правым вот тут. Без газа! Руль лево! Без газа, спокойно! Стой! Все, стой! 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 Руль чуть-чуть! Чуть-чуть! Поехал! На одном газу, без газа! Отлично! Тише, 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 тише! Назад! Спокойно! Главное, не порвись! Да, блядь, все нормально! Одним ходом. Стой. Да нет, там было по левой. Не, по левой хуже. Давай назад. Полностью спускайся. И еще правее возьми. Прям по камню старай. Стой. Ты там вывесился. Назад. Пошел. Да что ж ты, ну. Давай лебедимся. Ты хочешь сюда? Да. Сейчас она пойдет по этой, а на это заскочит он. Ну, неправда, он так не сделает. Он так думает. Он не сделает так. Стой! Колесо, да? Разулся! А эти сзади угорают, блин. А бензина нету, не вариант стравить. Давай. Теперь правее, вот. Газу. Все. Отлично. Ты ж края, бач. А куда ты там колесо нам? Нет, показалось. Руль левее. Ну, одна лебедка на подъеме, это нормально. Даже Нивы на 33-х со всеми блокировками сюда не все заезжают. А УАЗики и вообще подавно тут рвутся. Искали объездку для Чироки. По лесу пробивались. А Чироки взял и прямо поехал. А Костя теперь страдает. Бам. Выруливай!
Да, патрол, конечно, ни разу не Нива. Левее, левее, левее. Не зря на Ниве учился по лесу кататься. По колее. Чуть правее. Все, встал. А, они уехали? Не, ну проедь, я сяду дальше. Надо ж хоть немножко патрульчика сегодня поснимать. Кстати, ступеньки почти не осталось. Даже когда будет грязно, она будет нормальная. Едь, едь, едь! Твой боковой крен. Разулись в таком месте. И без хайджека Red БТРовского, который лежит у меня в машине. А говорил, давай возьмем. Он говорит, не надо, братан. Мы сегодня едем по лайту. Ситуация. Вроде сказали, новые колеса вот так заебись ездить. Новые. Я не шарю, первый раз в лесу. Говорит, задние надо вот так сдувать. Минус 2 бара, чтобы нижний протектор внутри да, был. Аккуратно а что там, лес, там поворот. Да. Давай только, чтобы мы машину не сожгли, Константин. По-братски. Кепками тут. Почти. Ну, уже лучше, да? Его знает. Теперь ты должен вот сюда, смотри, натягивать, чтобы оно дырки вот это не было. Сейчас, подожди. Подожди. Не, ну оно хотя бы низ выпрямился. Ветер назад. Ему не надо бы назад. Назад, назад. Чуть-чуть, вперед, чуть-чуть. Не-не-не, он уже ложится, Кость. Выверни. Давай. Да, и назад. Да. Тихо, потихоньку. Отпускай лебедкой. Извините, фокус потерял. Оп. Все. Теперь потихоньку вперед. Хорошо, что я телепортироваться умею. Сразу оп, и отошел подальше. Вдоль! Назад! Оп! Все, вперед! Вперед, вперед! Сейчас вперед, да, сейчас в холодильник, все туда будет. Давай вытащим, Кот! Извините за выражение. Стоит, давай. Да, я не оператор, мне вообще... Я давай. Могу говорить, что хочу. Давай. Оператор, тебе же запикивать все, что мы говорим. Абсолютно я верно. Я говорю, на хуй вертел эту всю экспедицию. Мне уже этот мир абсолютно понятен. И я здесь ищу только одного. Покоя, умиротворения и вот этой гармонии. От слияния с бесконечным вечным. От созерцания этого великого фрактального подобия. Он за пиво переживает, ну это колесо там мнется. Сюда! Все, стой, стой, стой! Вот она машина, может запикает, но патриоты Нива это хуйня. Thank you.
задымил у нас черок сегодня. Я по центру. А капает слабового. Стой налево. Течет. Немножечко разбили. Подтекает, да? Ну, как у Андрюхи люк был. Продолжаем наши приключения. Одну машину отправили домой. Кто догнал нас? Евгений. Он же Штирлиц на УАЗе. Едем еще один маршрут. Выезжаем из леса. Пытаемся размыло дорогу. Да, я снизу сниму. Да, Костян говорит, машина широкая, большая, привыкли по лесу, как на квадроциклах, ездить. А тут так не получается. И машину пока еще жалко мять. Хотя бы годик надо, чтобы отъездила в таком виде. Налево, налево. А вот Женька. 409 мотор, прямые мосты, белки, они 36. Иштех на полуоси при натяге. А, не, у него 100% все эти, заваренное, по-моему, все вообще. Минус что? Зеркало нормально. На рессорах. Ну, нравится человеку на рессорах. Говорит, так мягко. Вот. Все, а едем дальше. Видите, как выкручивается, потому что 100%. Размыло дорогу местами. Ну, сухо сейчас. Поехали. Включил заднюю блоку. Ой, как колесо проминается. Закручивай, закручивай. Потихоньку. Ох, на тоненького. Прям. Ну давай уже поднимемся. Да, очень сильно размыло дорогу. Дорога была другая, чуть-чуть ближе. Оп! Нормально. А ты просто по правой едешь, правее на камень уезжаешь, и колесо побольшое, и все. И ты направо вот сюда едешь, и все. И там смотри по своей стороне. Можешь прям на него ехать. Ну, выходить лень в такой подъем, если честно. Да. Конечно, на автомате прям кайфы. В таких моментах. Вот в этот момент, что ничего, просто вот едешь. Работает прям офигенно. Разбили лобовое вчера. Ну, в смысле, в этой поездке. У нас просто она двухдневная. Я
Жека тоже переехал, камушек едет нормально. Ну все, в целом, дальше просто катим. Будет еще пара интересных моментиков. Не, ну для патруля это ничего вообще. Просто ровно. Тут как это снять? Разни свинку, мы ее покупали. Потихонечку. Прям четко, братан. Длинная база. Кайф. А прикинь, тут грязище сейчас была бы, да, такая прям уф. Этому надо много грязи, он, ну, любит в самый хард ездить, он вообще по барабану. Говорит, лучше бы тут была грязь. Я это все, говорит, лето и сухо все навертел на одном месте. Сейчас прикрутим этот расширитель один, оторвали на диагоналке. Потихоньку. Просто ровно и пошел. Пошире. Еще шире. Вот, вот. Стой. Все. Ровно. Сильно стравили триподоры, конечно, мы сделали 0,7. Как залезть? Так, УАЗику тут будет попроще, он короче, но у него 100% блокировки. Пошире надо, ну ладно. Не, нормально по колее зашел, с одного раза. Ра-та-та-та-та. Костян пока привыкает. Видите, стекла лежат, так что подъем он вроде... Подъем! Это он сухой. А когда он мокрый, здесь интересно, видите, какая у нас порода. То есть земля, а снизу камни. Тут вырезали, в принципе, все лишнее. Женя начал рубиться. Прямо, прямо езжай. Еще колеса. Езжай. Вот. Справа. Как бы это, не переедет по диагоналке. Еще. Еще. Еще, еще, еще надо. Теперь влево. Задняя блока выключена. Ай. Блин, не доделай, только повесили эти расширители. Чуть доделать надо. У машины лифт, напомню, 10 сантиметров, 4 дюйма. Все. Ну. Ha ha.
делаешь? Ошалеть. Ты в один момент как на велосипеде на двух колесах ехал. Отгони машину. 8 лет? Я знаю, где он, сука, кренится, сколько он кренится. Я его знаю. Не, у тебя очень хорошая артикуляция. Отгони я машину, уже... пожалуйста. Но он не вырулится. Он же длинный. Здесь не одна машина лежала на боку, но когда заезжает наверх. Вниз, конечно, тут проще. Проще-то. Ай, нормально. А, все, с одного раза вырылился. Нет, да, да. Намок, кстати, выехать. Это царь лужа. Блин. Тут сороковые не ездят. Не. Смотри, он в грязь уперся там. А, там глина. Да не, все. Тут машины на бортовых Т-40 не проезжают. Так что, ну, тут без шансов. Кстати, я думал, будет сухая, а не... А, ну воды нету, заилено полностью. Лебедка у него... Рунва, по-моему. Прям очень плотно. Смотри. Заилено, да, насколько? Что-то искрит, по-моему, лебедка. А что, ты тут уже потом сам выйдешь? Давай, давай. Не выйдет. Не, надо еще. Перематывай, тяжело, лебедки. Тяжковато сюда тянет. Вот как заилено получается. Да я все снимаю. Странно, да, что лебедка вместо вот накрутила? Вот так она и выкапывает. Как раз машина для этого и нужна. Пробуй рулем потихонечку. Туда, сюда, туда, сюда. У вас бульдозер. Там на барабан, смотри. А, он висит все время. Чуть сюда. Жень, сюда, налево. Руль влево. 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 Mm-hmm.
еще чуть-чуть. Пускай остынет, Жень. А. Непростая эта работа — из болота тянуть бегемота. У Жеки зарядка пропала из-за лужи. И высадил, получается, акум. Не тянул. Поэтому пускач пригодился. Завели. И вытягиваем под рулем. Рунва 115. Тянет нормально. В смысле, на патруле рунва. Стой. Достали. Нормально. Кто не видел? Сейчас, это тритончик. Обитает у нас вот в таких вот грязных местах. Плавает. Хвостик ему нечаянно. Ну, он сам вот. Не, он не откидывает, как ящерица. Откинул. Откинул сам? Да. Значит, как рептилия какая-то. Выпусти животное. Короче, выпукал. Выпукал. У вас ЧПшник застрял в каждой луже сегодня. Меняли час генератор ему. Зарядки не было. Поставили новый генератор. А оказалось, это реле перегорело. Поменяли реле за 3 минуты и поехали дальше. Короче, второй час ремонтов. Или третий, уже не знаю. Да, вторая лужа. Вторую лужу нашел Женька. Ты смотри, смотри в мои честные глаза. Да, да я-то не сомневался. Ну а что ж ты в так. Ты что ж ты в такую-то нашел сразу? Короче, пробовали его назад. Тоже не получается, не идет, зарядки нет, сам себя не тянет. Здесь должна была быть реклама Red BTR. Но в моего нового полиспаса, который лежит у меня в гражданской машине, я его поленился взять с собой. А сегодня, вот сейчас бы он так сильно помог, так бы выручил. Привязали корозащиткой бы к дереву, полиспаса. Мы с двойным усилием вытянули бы. Но, да, кстати, переходите на сайт Red BTR. И по промокоду, который появился у вас на экране, 10% скидка на весь ассортимент на сайте. Короче, сделали вот такое. Из шакла сделал блок. Не выдержал трос. Да. А Женька-то прилип. Немножко видео для истории. Получается, рычаг через бампер вот туда будет тянуть. Трос через все деревья прокинут и сзади зацеплен. Чисто теоретически, он, по идее, должен сейчас якобы лечь, потому что он будет тянуть и сюда себя. Вымотался трос полностью. А еще теоретически я бы вот за дерево за верх попытался прицепить, чтобы оно вверх подняло, но так не получится. Тянет сюда за два дерева и за себя же зацепил. То есть якобы блок наоборот. Движения нету. Жень, я полез наверх. Видите, тут проблема в том, что сейчас лес сухой. То есть была бы вода, было бы легче, то есть эту грязь туда-сюда месить и размачивать. А тут получается воды нет и жижа как пластилин. И машина долго стоит, она прилипла. То есть вакуум под ней. Знаете, вот вы ногу засунули и получается, когда ногу не можете высунуть, там вот присосалась. Вот сейчас вся машина присосалась, получается, к грязи. И вот это вот самая проблема — ее сдернуть, потому что стоит долго. Поэтому я предложил максимально... Давайте ребенку ему быстрее, пока он залез. Короче, план такой, чтобы лебедить наверх, чтобы оторвать машину, получается, был вектор движения вверх. Но это последний вариант, да. Если сейчас не получится, то, наверное, мы поедем
то, наверное, мы поедем за эвакуацией, потому что мы на... Потому что мы на патруле. Да, да вон, прицепи на палку и на палку. Не надо, вон, палка ему подай просто. Патрулем мы не можем вытянуть. Костянаш стоит, короче, он поставил там с Нивы. У него скоростная, 115-я рунва. То есть она быстрая, но на тягу плохо работает. Это так, временная лебедка, будет другая. Костяна зацепили. Смотрите, он полностью висит. Часа на одном месте. Ляп. Ну, на патруле так пока нельзя сделать. Дурачок. Тормози, Женя. А это старый спуск. Его размыло несколько лет назад, и по нему перестали ездить. Ну, он абсолютно непроезжаемый. Была, была. Здесь налево? Да, вот туда. Аккуратно, пенек, Кость. У нас мошка какая-то странная появилась. Лезет в глаза прям. Еще, еще, еще. 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 Все. Встал. На единичке. На единичке спокойно. Ох, как этого бегемота снимать? Не знаю. Чик. Спокойненько. Лево, лево, лево! А, хотя по колее тоже аккуратненько. Херак. И прошел. Чего ты, Женя, давай. Лево, 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 вали лево. Сейчас моя 100% блокировка, немножко пробежишься, повернусь. Старайся.
Все, встал на колею, отлично. Говорит, со 100% блокировкой. А купил бы и поставил хардблок пневматическую. Было бы отлично. И легче в таких моментах. На диагоналках не скидывает. Сюда есть. Все, тогда влевее чуть-чуть. Жека! Жень! Не поджимай, он длинный, тут сейчас много узких поворотов, чтобы он это. Все, поехали. Наша поездка двух выходных дней завершена. А, патрол просто вот для чего он был взят, выполняет абсолютно все свои функции. Комфорт, кондиционер, мягкость, проходимость, с кайфом. Абсолютно идеальная машина для леса на автомате, прям на тоненького где-то проехать, прям с кайфом. Вот прям с кайфом порубиться. Напомню, М57 мотор, прошитый автомат, усиленный, задняя блокировка, лифт, в принципе, все. Вот, с кайфом прокатились. Вон там еще наш ЧПшник стоит, там кушает в кафешке. Всем большое спасибо за просмотр. Лайки, дизлайки, комментарии. И скоро увидимся на канале Skirt Off Road. До свидания. Всем удачи.